Не ловись, рыбка. У обитателей водоемов начинается сезон нереста, а значит, любителям посидеть у реки с удочкой придется на время убрать свои снасти. Какое наказание ждет тех, кто все же нарушит закон, расскажет Илья Кудряков. Наступление весны – не повод бросать любимое дело. Рыбаки продолжают бурить лунки и ловить рыбу. Но именно в это время у жителей подводного мира начинается период нереста. Для того, чтобы сохранить популяцию на реках Есиль, Селиты, их притоках и всех водохранилищах, вводятся ограничения на это время. На основании приказа Комитета лесного хозяйства и животного мира период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных введен запрет на водоемах Есильского бассейна. На лов, отлов, заготовку и сбор щуки, язя и судака с 15 апреля по 15 мая, сазана, карпа с 20 мая по 20 июня. С 20 апреля по 20 мая и вовсе запретят рыбалку. За нарушение постановления предусмотрена административная ответственность. Штраф от 20 до 250 месячных расчетных показателей. Это максимум 600 тысяч тенге. Ограничения и запреты устанавливаются в целях сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных. За нарушение на реке Есиль, Селиты и в притоках, и водохранилищах, тоже за любительское рыболовство предусмотрено наказание. В прошлом году было выявлено 85 нарушений. Общая сумма штрафов – 1 миллион тенге. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК.